Несчастно идти в Крым, навоевать золото, да приехать к моей красавице. Да не бывать тому. Не волит ее отец идти за нелюбого да богатого. Недобрый глаз поглядел на нас. Пропадать мне теперь. Полно горевать тебе, Петрусь. Есть у меня то, чего не достает тебе. И дело только одного потребую за целую гору таких цацок. На все готов ради моей Наталки. Я тебя сыскал как раз в пору, Петрусь. Скоро ночь на Ивана Купала. Вакула, помоги! Данилка капризничает, плачет, а у меня еще по хозяйству столько не готово. Конечно, Любушка моя. Что надо сделать? Огород надо полить, цыплят накормить. И доделай игрушечную лошадку, которую ты для Данилки начал вырезать. А когда все сделаешь, у меня к тебе еще одна просьба будет. Ишь, налетели. Что такое? Ведро не поднимается. Не тяни, кузнец, не тяни. Вся равно не вытянешь. Кто это? Я, сын воды, хозяин. Водяной, что ж ты бесчинствуешь-то? А что ж ты, кузнец, мне приношение не сделал, когда колодец вырыл? Поклониться забыл? Забыл, хозяин, прости уж. А я тебе медом поклонюсь. Как положено. Медёк! Это я люблю! Ну, ладно уж, принесёшь мне мёду, отдам ведро. Так не пойдет дело. Нужно что-то придумать.
Здравствуй, хлопче. И вам поздорово, дядя Вакула. Не отрежешь мне чуток конского волоса? А зачем вам, дядя Вакула? Игрушку для Данилки делаю. Лошадку деревянную. Хорошо бы ей хвост приделать, как настоящий. Только ножик дайте, и будет вам конский волос. Как твои-то поживают? Ой, дядя Вакула, третьего дня тятя на Петруся так разозлился. Это что ж за Петрусь такой? Да, парубок сестры Наталки Каханы. Тятя так расходился, мало что его дидовой нагайкой не стукнул. Экие страсти у вас творятся. До свидания. Всего хорошего, дядя Вакула. Не дается. Не нравится мне эта идея. Теперь дымарь заработает. Хорошая лошадка получилась. Ножом тут мало что сделаешь. Заперто. Дядя Вакула. Спасибо, Ивась. Хорошая лошадка получилась. Медок.
Спасибо, хозяин. Кто-то теперь все вымахает. Как хорошо получилось! То-то Данилке понравится. Все готово, Оксана. Вот спасибо, Вакула. И Данилка больше не плачет. А чего еще хотела попросить? Это не для меня, а для подруги, Наталки. Ее отец, деревенский голова, не хочет ее за ее каханова отдавать. А кто же ее каханый? Да Петрусь. Кабы нарядить его в новый жупан, так был бы завидный жених. Да вот беда, у него всего и есть старая свитка, да дыры в кармане. Коли так, не диво, что он голове не нравится. Может, ты бы попросил свою матушку, Солоху, замолвить за Петруся словечко? Попрошу, отчего бы и нет. Только сперва с Наталкой поговорю, разберусь, как и что. Здравствуй, Вакула. Скажи, не видал ли сыночка моего, Ивася? Ивась давеча коней пас. Нечто пропал, хлопчик. Словно в воду канул. Боюсь, не украли ли его. Давно ли Ивась пропал? Да уж час как хватились, а его и нет нигде. Сказывают, у твоей Наталки каханы появился. Я этому каханому... Еще раз в моей хате покажется, уже возьму дедову нагайку, да спину-то ему и покраплю. Не слишком ли суров ты, голова? Не, что ты сам молод не был. Да парбок-то, правду сказать, неплохой. Только в кармане у него одни дыры и водятся. А моя донюшка балованная. Где Ивася в последний раз видели? Коней он пас на лугу. Аккурат рядом с твоей хатой. А потом как сквозь землю канул. До свидания. Бывай, Вакула. Заперто. Не достать. Здравствуй, Вакула. И тебе поздорово, Наталка. Оксана сказывала, твой батюшка на Петруся ополчился. Ох, Вакула, еще как ополчился-то. Петрусь-то меня в сенях малость чмокнул, а батюшка это и увидел. Ай-яй-яй-яй-яй. Теперь батюшка Петруся на порог не пускает. И мне наказал о нем и думать забыть. Чем же тебе помочь, Наталка? Может, ты, Вакула, попросил бы свою матушку замолвить за Петруся словечко? Все знают, что батюшка к ним неровно дышит. Отчего бы и нет, Наталка. Конечно, попрошу. Только сперва надо бы с Петрусем переговорить. Петрусь на Сорочинскую ярмарку уехал. У него там дела какие-то. Он в последнее время сильно изменился. Совсем смурной ходит, бедняк. Ну что ж, съезжу и я на ярмарку. Давно хотел глянуть, как она на новом-то месте. Ой, спасибо, Вакула. Батюшка сказывал, в шинке купец Солопий Черевик сидит. У него с батюшкой дела какие-то. Может... За что ж наш голова так Петруся не любит? Так ведь
У Петруся-то в кармане пусто. А батюшка так меня любит, что кроме как за богача не отдаст, любому горбуза вынесет. Не знаешь, куда твой братец Иван... Ой, не знаю, Вакула. Он словно в воду канул. Мы с батюшкой извелись совсем. Не подскажешь, как бы мне до Сорочинской ярмарки добраться? Я ж говорю, спроси у Солопия Червяка, купца, что в шинке сидит. Он как раз... До свидания, Наталья. Бывай, Вакула. Вакула, нечто ты прясть собрался. А батюшка суровый. За то, что чмокнул, какая люта ненависть. Ну, не чмокнул же, только чмокнул. Хорошо. Идем домой. С матушкой ведьмой поговорим. Здравствуй, мам. Здравствуй, сынку. Как, не обижает тебя твоя Оксана? Ну что ты, мама? Не знаешь, мама, куда Головин сынок Ивась пропасть мог? Ивась пропал. Ай-яй-яй-яй-яй. Нехорошее сейчас время, опасное. Вся нечисть гуляет. Нет, сынку, ничего не слыхивала. Ой, в мои времена детства... Сажала меня матушка. Да, даже не сажала. Давала на проезд в село к бабушке. И вот я через весь город самостоятельно на трамвае до автовокзала, потом на автобус, потом бабки в село, от автобуса 5 километров идти, и приходишь к бабке: «Здрасте, бабушка!» Она: «Ой, Сашко приехал!» А сейчас прямо нечисть кругом. До школы на автомобилях довозят. В общем, никакого детства. До свидания. Бывай, сынку. Ну шо? Поспрашиваем. Здравствуйте, святой отец. И тебе поздорову, Вакула. Что скажешь? Вы не видели Ивася? Его никак найти не могут? Нет, Вакула, не видал нынче. До свидания, святой отец. До свидания, Вакула. Отец Харлам. Чуб — это тесть. Чуб — отец моей Любушки. На медне в Киев отправился. А я тут у него в сарайчике похозяйную. Чуб.
А собака гавкает. Здравствуйте, ваша милость. Не как Вакула. Здравствуй. Здравствуй, кузнец. Как вы, ваша милость? Не забывает подсук вас смазывать? Что ты? Смазывает исправно. Хоть и не таким славным дегтем, как ты, давеча. Не знаете, принимает подсюк гостей? Конечно, только вот гости последнее время редко захаживают. А что ж так? Да хозяин давеча зелье в огород вылил, там крапива и вымахала. Да и шо такая кусачая? Вот так крапива у пацука на огороде. Да уж, зело кусачая. Как же к хате подойти? Уж и не знаю. Может, твоя матушка подсобит? Я слыхивала, она ведьма у тебя. Не видали вы тут поблизости хлопчика и Вася? Это Головина сына, что ли? Ой, хороший хлопчик. Нет, давненько уж не видывала. До свидания, ваша милость. Бывай, Вакула. Экая кусачая. Шел, дошел, потерял. О, кузнец, здравствуй, давненько не виделись. И вам поздорову. Что скажешь, кузнец? Скоро праздник Ивана Купала. О, большой это праздник, кузнец. Знать да повеселимся. Все наши в этот день гуляют. Да, и наши парубки да девчины веселиться будут. Через костры прыгать, да веночки по реке пускать. Известное дело, на то и праздник. Что в лесу нового? Что-то нехорошее творится. На болотах все чарами закрыто. Не сунешься. Видать, колдун завелся. А еретик железнозубый. А то и похож кто. Ай-яй-яй-яй. Аж русалка не смогла сквозь эти чары пробиться. А так, неплохо живем. Зайцы знатно расплодились. Да еще по соседству у болота лесная ведьма поселилась. Ведьма? Да ты не бойся, кузнец. Лесные ведьмы по доброй воле в деревню и носа не кажут. Вы случаем хлопчика лет 6 не видали? И Васем кличут. Нет, кузнец, не видал. Ты русалку спроси. Она, коль захочет, далеко видит. До свидания. Здравствуйте, госпожа. А, Вакула, здравствуй, кузнец. Теперь к вашему озеру мороки путь не закрывают. Да, Вакула, Паночка, сводная сестра моя, больше не угрожает никому. Спасибо тебе, что помог одолеть чернокнижницу. Вы знаете, что в лесу неподалеку ведьма завелась? Это лесная ведьма, Вакула. Не бойся ее. Вся ее сила лесная. В деревне ее чары и комара не отпугнут. Скоро праздник Ивана Купала. На Иванову ночь весь лес гулять будет. А ваши девушки будут венки плести да в реки пускать. То-то водяной повеселится. Только вот, хоть и праздник, а тревожно мне. Что не так, госпожа? Тяжко мне дышать, Вакула. Чую, большое зло поселилось поблизости. Да еще в канун Ивана Купала. Что-то недоброе затевается. Вы не знаете, куда Ивась, сын нашего головы, пропал? Ивась где-то в лесу, Вакула.
но я не могу увидеть его. Могучие черные чары укрывают те места. Чьи чары, госпожа? Может быть, лесной ведьмы? Ни одна ведьма не смогла бы отвести мне глаза. Я не знаю, Вакула, кто способен на такое. Это сильный враг, опасный враг. А не могла лесная ведьма и Вася украсть? Могла, Вакула. Могла и украсть, и зачаровать. Но только если он сам в лес зашел. Зачаровать, госпожа? Придать ему вид какой-нибудь зверушки. Лесные ведьмы хитры, Вакула. Как же его распознать? Проберись в ее избушку и посмотри, не стережет ли она кого. Помни, живое в неживое превратить ей не по силам. До свидания, госпожа. Иди с миром, Вакула. Ну, теперь русалка уж не поймешь, с двумя ногами она или с рыбьим хвостом пряталась. Спросим что-нибудь. Что скажешь, кузнец? А, понятно. Да я мимо проходил. Да я так мимо проходил. Всего хорошего. Так, сходим к маме домой. Насчет крапивы. Знаем. Кстати, гулять по такой деревне гораздо приятнее. Не то ж зимой. Как бы мне кусачую крапиву у хаты пацука пройти? Помню, помню эту крапиву. Видать, пацук какое-то свое варево в огород выплеснул. Ох, и кусается же! С этой бедой совладать нехитро. Принеси мне, сынку, одолень травы. Я тебе снадобье сделаю, любую крапиву пройдешь. Где же мне одолень траву найти? Поищи там, где осина растет. Непременно найдешь. До свидания. Бывай, сынку. Осиновая роща. В прошлой игре мы тут зимой были. Тут только снег был, и ничего на этой локации интересного не было. О, одолень трава. Между прочим, очень похожа на коноплю. Ну, пошли обратно. Отдадим маме ведьме одолень траву. Она нам сделает зелье от крапивы. А. Как бы мне кусачую крапиву у хаты пацука пройти? Я же говорю, принеси мне одолень травы. Тогда я тебе такое снадобье сделаю, любую крапиву пройдешь. До свидания. Бывай, сынку. А. Вот где одолень трава. Я принес одолень траву, маму. Молодец, сынку. Сейчас я тебе снадобье сделаю. Никакая крапива страшна не будет.
Теперь можно к Пацюку. А к Пацюку от хаты Чуба. Тут же запоминать надо все маршруты, потому что, к сожалению, в этой игре нету карты. И перемещаться по локациям не получается быстро. И игра плавно превращается в эстонскую. Медленную. Зачем? Что зачем? Не понял. Вот волшебный порошок. На. А ну-ка теперь покусайся. Я к твоей милости за советом, Пацюк. Ну, здравствуй, коли пришел. Что за совет тебе надобен? Ты Ивана Купала праздновать будешь? Из дома не выйду. Зачем? А как же гулянье? Ивана Купала, сказывают, даже нечисть празднуют. Баловство это все. Злющая у тебя крапива уродилась, Пацюк. Да выплеснул тут одно варево. Вот она и вымахала. Хорошо, хоть сама выкопаться не может. Так, тут хлопчик пропал. Тут хлопчик пропал, Ивась. Не подскажешь, где бы искать его? В лесу твой, Ивась. Где, почему, не ведаю, но точно в лесу. Там ищи. Сказывают, в лесу ведьма завелась. Не могла она Ивася украсть. Да ни к чему ей это. Ты, кузнец, ее не бойся. Это же ведьма лесная, в деревне не сунется. Нечто никак не могла бы хлопчика украсть. Пожалуй, что могла бы. Небось, превратила бы его в зверушку какую. Только вот зачем ей? До свидания. Здравствуй, добрый человек. И тебе поздорову. Ты кто таков будешь? Вакула, кузнец здешний. А я купец. Солопием червяком кличут. Чего надобно, кузнец? Не подвезешь до сорочинской ярмарки, солопий. Отчего ж хорошего человека не подвезти? Только попозже. У меня в диканьке дела. Да и повозку починить надобно. Сказывают, ярмарка в этом году под Сорочинцем? Да, заседатель решил ее на старом месте открыть. А мне и гарно. Теперь, как и давеча, от моей хаты до ярмарки мало что камнем не добросишь. Не видал ли ты хлопчика? И Васем кличут. Который у вашего головы пропал? Не видал. А что ж с повозкой приключилось? Да валы испугались чего-то. Дернули. Один шкворень из ярма и вылетел. Может, у тебя, кузнец, шкворень найдется? Нету, небось, слыхал пословицу: у кузнеца в хате шкворни не найдешь. Ну, коли добудешь шкворень, принеси мне. Позарез нужен. А я тебе за него трубку бы дал. Хорошую, пенковую, с Туреччины. А что у тебя за дела в диканьке? Да я с вашим деревенским головой договорился. Он мне мешок муки обещал. У меня уж и покупатель на муку есть. И что ж? Да у него вроде сынок пропал. Да муки ли тут? Что ж делать? Подожду. Не подводить же покупателя.
До свидания. Здравствуйте, ваша милость. Ты кто такой? Я Вакула, кузнец. Разрешите пройти, ваша милость? Никого не пущу, не пущу! Ведьма не велела! Неужели никак нельзя пройти? Сказано, не пущу! Что за ведьма? Лесная, лесная ведьма! В избушке живет! Недавно в нашем лесу объявилась... Вы не видели тут хлопчика и Вася? Зачем? Зачем тебе? Да пропал он недавно. Не велено, не велено говорить. До свидания, ваша милость. Иди, иди, кузнец. Кузнец, вот и свиделись. Здравствуй, хозяин. Ну, что скажешь, кузнец? До свидания. Ну, бывай, кузнец. Так не пойдет дело. Нужно что-то придумать. Не достать. Заперто. Что скажешь, Вакула? Ивась не вернулся еще? Нет, пока. Надеюсь, надеюсь, будет скоро. Купец сказывал, вы ему муки обещали. Вакула, мне не до муки сейчас. Вот найдется и Вась, тогда и поговорим. До свидания. Бывай, Вакула. Идем в школе ремонтировать. Зачем? Что значит? Ничего значит? Путного не выходит. Да пошел ты. Ничего вон. Путного не выходит. Где задница? Так. Вот. Горе. Славно сработано. Если б тупой такой не был, так... Заодно у мамы спросим кое-что. Чтоб не бегать по 100 раз.
Не знаешь, чего кикиморы боятся? Пуще всего петушьего крику. Только петух непременно черный должен быть. До свидания. Бывай, сынко. Так. Надо петуха. А у Натальи попросим разрешение. Что скажешь, Вакула? А можно вашего петуха, как бы сказать, одолжить? Петуха? А зачем он тебе, Вакула? У вас же свой есть. Да мне обязательно черный петух надобен. Я потом тебе за него сундук железом окую, али еще чего сделаю. Бери, конечно, Вакула. Он в курятнике сидит, только его поймать не так-то просто. До свидания, Наталка. Бывай, Вакула. Разрешение получили. Сейчас мы... Причем ничего будет? Не происходит. Да понятно. И что будет? Да ничего не будет. Жену надо. Цып-цып-цып-цып. Есть. Поймали птичку. Теперь можно их кикиморе. Чего надо, да кузнец? Неужели никак нельзя пройти? Сказано, не пущу! До свидания, ваша милость. Иди, иди, кузнец! А ты еще не в курсе. Ай! Черный петух! Черный! Страх какой! Славные у кикиморы волосы, шелковистые, только вот цвет точь-в-точь мышиный. Пошли дальше. Да ну, сожрет еще. Опять к маме. Короче, Вакула... Маменькин сынок. Да. К маменьке. Мама. Помоги. Как бы мне лесное чудище одолеть? Нечто мавки перед Ивана Купала расшалились. Нет, мама, такое чудище, о каком я и не слыхивал. Вроде дерева засохшего, а уж зубище-то... О таком, сынку, и я не слыхивала. Не испекло ли это чары? Ты бы отца Харлампия попросил помочь.
До свидания. Бывай, сынку. К папу пойдем. Что скажешь, Вакула? Не поможете страшилище одолеть, святой отец. Какое страшилище? В лесу объявилось. Да такое жуткое, как засохшее дерево. С ручищами, да с зубищами. Нечисть святой воды, страх как боится. Знаешь что, Вакула, подсоби мне, тогда будет тебе святая вода. С чем же вам подсобить, святой отец? Знаешь привратника, что у ворот поместья стоял? Это нежить. Видать, паночка чернокнижница его из могилы подняла. Упокоить бы его, беднягу. От меня он прячется. Может, с тобой поговорит. До свидания, святой отец. До свидания, Вакула. Короче, кругом одни евреи. За просто так ничего не получается. Пошли. Что ты тут делаешь, нечисть? Помоги мне, кузнец! Что ж тебе надобно? Амулет мой найти не могу. Без него мне не упокоиться. Что за амулет такой? Госпожа всех своих слуг чарами связывала. Кои на амулет замыкались. Лев сказывал, она и твою Любушку давеча так зачаровала. Было дело. А как я амулет у злодейки добыл да сжег, тут же и чары с Оксаны спали. Вот и меня такой амулет держит. Да так крепко! Пока я его не добуду, не видать мне своей домовины. Где ж твой амулет искать? Госпожа его в потайном шкафу спрятала. Да так, что мне нипочем не найти. А где тот шкаф? В комнате, где всякие книги да свитки хранятся. В ту комнату из галереи с картинами пройти можно. Я тебе от нее ключ дам. Ты не видал тут хлопчика? И Васем кличут. Не видал, кузнец. Бывай, нечисть. Кстати, домовина украинский гроб. А тут домовина. Ну, в общем, вот вам и единение русского и украинского языков. Стой! Ты кто таков? Здравствуй, зверь невиданный. Нечто не помнишь меня? Что изволишь поведать? Кузнец Вакула. Давно ли поместье пустует? Давно ли поместье пустует? Тому уже второй год идет.
давеча какой-то дворянин. Приезжал Арна из самого Санкт-Петербурга. Говорил, что дальний родственник. В саду погулял. А потом ретираду предпринял. Серечь убежал со всех ног. Что же это он так? Али испугался чего? Да мы заскучали, на дверях пребывая. Ну и позволили себе. Как он подошел, рявкнуть неожиданно. Можно ли в особняк пройти? Знаешь, что кузнец Вакула? Скучно здесь, преизрядно. Не изволишь ли загадку разгадать? А как разгадаешь, мы сей же час тебя и пропустим. Задавай свою загадку. Когда видишь, то ее не видишь. А когда не видишь, то ее видишь. Пожалуй, темнота. Темнота? Правильно, кузнец. Проходи, кузнец Вакула. Шпуры пана. Хороша материя. Заперто. Ключик-то. Добре. Где ж здесь амулет искать? Где? В шкафу. Мягкий. Мягкий. С такой штукой лишь колдунский род совладает. Нет. Мы его обойдем. Осторожно. Вот. А теперь начнем. Давай, открывайся. Добре. Вот он, мой амулет. Спасибо тебе, кузнец.
В благодарность я тебе важный секрет открою. Что за секрет? Слушай, кузнец, видел ли ты в галерее картину, где зверь зубастый нарисован, а на нем верхом жинка сидит? Переверни ту картину вверх ногами. Она потайную дверь открывает, а иначе нипочем не открыть. И что ж за той дверью? Не знаю. Слыхивал только, что хозяйка очень опасалась, как бы туда кто чужой не проник. Вдруг да тебе оно пригодится. И на том спасибо. Ну, мне на кладбище пора. Заждалась меня моя домовина. Заглядывай, если что. Бывай, нечисть. Если что, загляну. Вот картина. Славно сработано. Ты кто такой? Тебя русалка прислала? Я Вакула, кузнец. Меня львы на дверях пустили. Вечно они пропускают всякое отребье, а жена-то их расхваливала. Ну, чего надобно? Давно ли вы здесь, господин? Давненько. Что-то меня не пускает, кузнец. Так и брожу здесь. Что это за чаша? Ее еще мой дед из дальних стран привез. Говорил, что в этой чаше могучая волжба сокрыта. А что ж там за волжба? Дед сказывал, будто эта чаша может истинный облик вернуть, если вдруг какой чернокнижник морок напустит, али превратит во что. Вот только как это сделать, он не ведал. И я не ведаю. Чай бы не колдуны какие. До свидания, господин. Такой штукой лишь колдунский род совладает. Так, ничего здесь не попишешь. Может, пану его шпоры отдать? Славные шпоры. Помню, как я их на охоту надевал. Ну и что? Ладно. Заперто. Идем на кладбище. Дорога на кладбище, по-моему, от шатка.
шинку отдаем шкуре. Ну, спасибо, кузнец. Держи трубочку. Ишь, как знатно ее турок сделал. Бентовая трубочка. Надо в интернете посмотреть, что это такое. Сразу и на кладбище пошли. Что ж ты, нечисть, в домовину не ложишься? Бродишь тут, честной народ пугаешь. Скучно мне в домовине лежать. Очень. Чего ж тебе не хватает? Мне бы люльку мою, трубку пенковую, турецкую, с которой я по дорогам бродил. С ней любые невзгоды не так страшны были. Тю, где же ее теперь найдешь? Разве что другую какую тебе раздобыть? Да мне лишь бы пенковую. Шибко я к такой привык. Вот интересно. Почему? Что такое пенковое? В интернет загляну. Не поленюсь. Принес я тебе трубку из самой Туреччины. Вот спасибо, кузнец. Теперь мне в могилке куда как веселее будет лежать. Упокойся с миром. Теперь можно положить батюшке Харлампию. Что это ты? Упокоился. И святой воды у него взять. Упокоил я привратника панночки. Лежит теперь в домовине ни забот, ни хлопот. Молодец, Вакула. Держи святую воду, как договаривались. Коммерсант. Да ну, сожрет еще. Здравствуйте, госпожа ведьма. Фу, напугал! Ты кто таков? Я Вакула, кузнец из Диканьки. Где ж ты, Солохи ведьмы, сынок, пожаловал? Ну, здравствуй, кузнец.
Не видали вы тут хлопчика, и Васем кличут. А зачем тебе? Да украли его, отец его, голова деревенский. Уж извелся весь. Знать не знаю, ведать не ведаю. Не было тут никаких Ивасей и весь сказ. Иваси вообще-то селедка. Очень вкусно. Что это вы такое варите? Не твоего ума дело, кузнец. Велено, вот и варю. Зелье непростое. Кто попал, чай не справится. А кем велено, госпожа ведьма? Кем велено? Кем надо, тем и велено. И вообще не говори под руку. Я тут, небось, не кашу варю. Хорошая сова у вас, госпожа ведьма. Помощница это моя. А что это за мышка у нее? Можно посмотреть? Ишь, что захотел? Мышку ему. Свою поймай и смотри, а я б не трожь. До свидания, ваша милость. Идите отсюда, надо. А куда? Куда? К маме. Нет. Да я так, мимо проходил, да и заглянул. Бывай, мамо. Ясно. Мама ничего сказать не может. Пойдем потеку. Потек возле хаты тестя живет. Что скажешь, Вакула? Побывал я тут у лесной ведьмы в избушке. И что ж? Сидит там у нее здоровенная сова, мышку стережет. Как думаешь, не Ивась ли заколдованный эта мышка? Может быть. Но ты, Вакула, знай, ведьма надолго человека в мышь не превратит. Силушки не хватит. Это даже чернокнижникам нелегко. Видать, кто-то сильный ей помогал. Как же мышку у совы отобрать? Подумать надобно. Ведьма, небось, там же. Да и сова у ней непростая. Не отберешь. А может, отвлечь сову как-нибудь? А и можно. Сказывают, что иные колдуны умеют так деревянную мышку зачаровать, что деревяшка бегать начинает. Да не просто бегать. Там такие чары, что любой зверь, даже чародейский, за ней погонится. Да ну, нечто за деревяшкой побежит. Точно тебе говорю. Колдуны так всякое волшебное зверье из нор выманивали. А называется то заклятие. Важно. Малефиция мус абсолютум. Сиречь чары абсолютной мыши. Где ж в наших краях колдуна найдешь? После панночки и упырицы никого, почитай, не осталось. А ты пошукай в особняке. Может, там нужные чары остались. На свитке, али в гримуаре каком?
как бы эту абсолютную мышь сварганить? Первонаперво надо основу сделать. Деревяшку какую или еще что. Лишь бы чуток на мышь смахивала. Да хвост не забудь. А потом? Обязательно мех нужен. Обклей основу мехом и мне принеси. А еще что? Свиток нужен. С чарами. Пошукай в особняке паночки. Может, там остался. Где-нибудь. До свидания. Так. В особняк паночки. Делать нечего. Заперто. С такой штукой лишь колдунский рот совладает. Чего надобно, кузнец? Да я просто так зашел. Всего вам хорошего, господин. Так, что у нас тут есть? Пустой котелок. Допустим. Зачем же я это вощить буду? Понятно. Если кость. Так зачем мне бачок меха кикимары? Вряд ли сработает. Котелок. Зачем? Как же я это сделаю? Не получается. И что же? Не знаю. Надо уходить. Отсюда. Наверное, пробовать сварить. Котелки. А котелок у нас где? Увень. Сейчас попробую что-то сварить.
чего тебе еще, кузнец? Да я так, мимо проходил. А ну, убери это! Ладно. Тут подумать надо. Подобрал курятники перо черного петуха. Вот оно. Во-вторых, надо в усадьбу пойти и забрать порванный свиток. Я его не забыл. Если я это не подберу, дальше я уже не пойду. Теперь надо идти к Пацюку. А все по деревенским просторам летом погулять кайф. Что скажешь, Вакула? Как бы эту абсолютную мышь сварганить? Первонаперво надо основу сделать. Деревяш какую или еще что. Лишь бы чуток на мышь смахивала. Да хвост не забудь. А потом? Обязательно мех нужен. Обклей основу мехом и мне принеси. А еще что? Свиток нужен. С чарами. Пошукай в особняке паночки. Может, там остался. Где-нибудь. До свидания. Для клея еще водица потребуется. Теперь домой. В колодец водицы набрать. Эстонская эра.
туда пошел. Кирку. Попробуем. Вот сюда. Ой, горячо. О, что-то сварил. Котелок с клеем. Хорошо. Нет. Котелок, а ну-ка. С клеем свиток. Склеенный свиток для абсолютной мыши. Теперь берите вот это с этим. Обмазанный клеем мягкие кеморы. Не возьму в толк, как это сделать? Ладно, пошли к подсеку. Подскажет. Что скажешь, Вакула? Как бы эту абсолютную мышь сварганить? Перво-наперво надо основу сделать. Деревяш какую или еще что. Лишь бы чуток на мышь смахивала. Да хвост не забудь. А потом? Обязательно мех нужен. Обклей основу мехом и мне принеси. А еще что? Свиток нужен. С чарами. Пошукай в особняке паночки. Может, там остался. Где-нибудь. До свидания. Вот они, чары абсолютной мыши. Ай да Вакула. Ай да молодец. Что скажешь, Вакула? А что дальше надо? Как бы эту абсолютную мышь сварганить? Перво-наперво надо основу сделать. Деревяш какую или еще что. Лишь бы чуток на мышь смахивал. Да хвост не забудь. А потом? Обязательно мех нужен. Обклей основу мехом и мне принеси. До свидания. Так, обклей основу мехом. Э-э-э, так не выйдет, поди. Вот так. О! Ну-ка. Самый раз для абсолютной мыши. Только чар наложить и забегает. Все готово. Сейчас будет тебе абсолютная мышь, кузнец. Ars magica incantare, mus absolutum animare. Абсолютная мышь! Так, есть. Абсолютная мышь. Теперь
ведьме. Забрать у совы. Забрать у совы мышку, которая по сути является и во всем то еще неизвестно. Что с ним делать с этими лосями? А ну-ка, госпожа сова, как вам эта мышка покажется? Так, как же поймать теперь? Это абсолютная мышь. На. Вот еще! Не нравится мне эта идея. Мне что, я еретик какой, своими руками эту мышку ведьме возвращать. Да что ж такое на меня нашло? Что же делать теперь? Не знаю, опять... Да я так, мимо проходил, да и заглянул. Бывай, мамо. Ничего мама не может сказать. Что ж теперь делать? Опять думать надо. Я так подумал, давно к лешему и к русалке не заходили. К лешему надо идти от пацука. Ах, хороша! Кто хороша? Я давно тут кикимора пробежала. Да такая красавица! А вы эту кикимору раньше не видали? Слыхал, что на болоте живет. А видать, не видал. Теперь обязательно в гости к ней приду. Да не просто, а с подарочком. И что дарить будете? Хорошо бы топаз самоцвет. Кикиморы его обожают. Как увидят, аж обо всем забывают. Жаль только, не водится здесь таких самоцветов. До свидания. Что скажешь, Вакула? Я говорил с покойным паном. С отцом? Ты видел его? Это был его призрак, госпожа. Конечно, Вакула. Отец давно умер,
Но что-то не пускает его, не дает упокоиться. Что за чаша в комнате рядом с паном? Древняя реликвия, волшебная чаша из дальних земель. С ее помощью я бы могла вернуть кому-нибудь истинный облик. Добыл я мышку, что у лесной ведьмы в избушке была. Дай-ка посмотреть. Так и есть. Это Ивась. Бедный хлопчик. Не поможете Ивася расколдовать, госпожа? Мне это не по силам. Как же, госпожа? Превратить человека во что-нибудь на денек – дело нехитрое. Любая ведьма сумеет. Но бедного Ивася опутали темными чарами из самого пекла. Моему волшебству не одолеть их. Что же делать, госпожа? Отец Ивася так убивается. Давным-давно мои предки привезли из далеких земель одну чашу. С ее помощью я сумела бы... Но нет, ничего не получится. Прости, Вакула. А нельзя ли с помощью чаши из особняка Ивася расколдовать? Я бы смогла, Вакула. Но отец не позволит мне. Почему, госпожа? Моя мачеха навела на него злую порчу. Не это ли держит его, не дает уйти? А можно снять с него эти чары, госпожа? Когда отец с мачехой выгнали меня из дома, я забрала родовые реликвии, какие смогла унести. Нельзя было, чтобы древняя магия досталась моей мачехе. Был там и жезл, которым мачеха наводила порчу. И что же вы с ним сделали? Зашвырнула в омут, а потом сама туда кинулась. Тогда я и стала русалкой. Мачеха больше не могла наводить порчу. Но и снять прежние чары, пока жезл цел, нельзя. А если его добыть? Это опасно, разбивать чары, какие не сняла даже смерть. Но ради отца... Я не могу теперь сама его взять. То места водяного не мои. Добудь жезл, Вакула. И еще что-нибудь, что носил отец. Может, тогда и снимем проклятие мачехи. До свидания, госпожа. Иди с миром, Вакула. Теперь к водяному идти. Что скажешь, кузнец? Я слыхивал, здесь русалка одну вещь утопила. Было дело. Жезл своей мачехи. Вот что она утопила. Сильный жезл, хоть и злой. Сейчас такого поди ни один колдун не сделает. Помог бы ты мне его со дна добыть, а, хозяин? Помочь-то можно. Только не хочется всяким чернокнижьем мараться. Знаешь что, кузнец? Повадился тут соседний водяной у меня рыбу привязать. Рыбу ворует? Экое нелепство. Ай, такой уж он соседушка-то. Так вот, что я от тебя взамен попрошу. Пускай твоя матушка мне оберег сделает, чтобы всякого чужого водяного отпугивал. Ей это нетрудно будет. Тогда так уж и быть. Будет тебе жезл. До свидания. Ну, бывай, кузнец. Так не пойдет дело. Нужно что-то придумать. Теперь к матушке.
Что скажешь, кузнец? Не подвезешь до сорочинской ярмарки, Солопий? Вот разберусь с делами и подвезу. До свидания. Не поможешь оберег для водяного сделать? Да на что ж ему? У него, мама, чужой водяной рыб уводит. Но это дело не хитрое. Принеси мне только травы Петров крест и перо петушиное, да еще ремешок кожаный. Такой оберег сплету, чужак в раз забудет, как рыбу таскать. Где ж траву Петров крест найти? Она в лесной чаще растет. Сейчас я туда соваться не хочу. Пусть нечисть отгуляет. Как же быть, мама? Я сынку прям как чуяла. На медне лешего попросила мне этой травы добыть. Обещала ему домашнего масла в благодарность. Поговори с ним. Может, он уже Петров крест и нашел? Как бы мне масло сбить? А помнишь сказку, сынку, что я тебе рассказывала, когда ты хлопчиком был? Какую, мама? Про двух лягушек. Помнишь? Упали как-то две лягушки в крынку молока со сливками. Одна решила, что все равно не выбраться, и так и утопла. А вторая упорная была и так долго барахталась, что сбила кусок масла и выбралась. Не иначе и мне придется масло лягушкой сбивать. До свидания. Бывай, сынку. Понятно. Тихо. Идем на луг. Корове. А вот и наша буренка пасется. Дети, это только в сказке. От одного листа лопуха. Кушай, буренка. Корова даст молока. Ну, халява. Детей к халяве приучают с детства. Экая шустрая лягушка! Так бултыхалась, что масло сбила. Вредные эти сказки. Брехня это все. Теперь пойдем к лешему. Дадим кусок масла. Вот маслица для вас, как матушка обещала. Ай, спасибо. Вот ты трава Петров крест. Как договаривались. Теперь обратно к матушке.
крест. Я нашел траву, Петров крест, маму. Молодец, сынку. Не поможешь оберег для водяного сделать? Принеси мне петушиное перо, кожаный ремешок, и будет нашему водяному оберег. До свидания. Бывай, сынку. А тебе? Я принес петушиное перо. Вот кожаный ремешок для оберега, маму. Все готово. Сейчас, сынку, мы оберег-то и сплетем. Есть оберег для водян. Вы заметили, что дорога к шинку ведет через дом головы? Совпадение? Не думаю. Вот тебе оберег, хозяин. Хороший оберег, сильный. Пусть катать только попробует сунуться. Передавай своей матушке мою благодарность, кузнец. Теперь поможешь с жезлом, хозяин? Помогу, помогу. Будет тебе жезл. Есть. Теперь... Ой, да нет, на мельницу рановато. Дорога в лес. Нет, теперь к русалке. Жезл вашей мачехи, госпожа. Ваш отец носил эти шпоры, госпожа? Да, Вакула. Всегда их на охоту надевал. Пришло время, Вакула. Пора снять проклятие с моего отца. Чары злые, мороки черные. Как этот жезл ломается, так и вы разбейтесь. Дочка моя, что же я наделал, старый дури? Помер, и то ума не прибавилось. Не печалься, батьку. Что было, то давно прошло. Мама тебя уже заждала. Пора мне к ней. Давно уж пора. Брось мышку в чашу. Ух ты! Какое дело со мной приключилось! Все хлопцы завидуют. Беги к отцу, он уж извелся. Спасибо тебе, Вакула. И Вась недавно прибежал. По гроб жизни тебе благодарен буду. Полна тебе голова. Такого гарного хлопчика грех не выручить. Он и не напугался ничуть. Казак растет. Теперь ты отдашь купцу муку. Без этого он на ярмарку не поедет. Пшеница-то в ларе лежит, в курятнике. Я тебе ключ дам. Только вот помолоть ее надо. А я за хлопотами и не успел. Так зачем же дело? Отнесу на мельницу да помелю. Как же ты помелешь? Речка-то пересохла. Ничего, что-нибудь да соображу.
заблудился. И что же? Ну что скажешь, кузнец? Не поможешь с мельницей, хозяин? А что тебе надо-то? Да вот река обмелела по жаре, мельница-то и не работает. А мне срочно надо муки намолоть. Это дело нехитрое. Знаешь что? У меня тут любимая лягушка от стада отбилась. Где-то в лесу. Ни слуху от нее, ни духу. Поймаешь ее, помогу. До свидания. Ну, бывай, кузнец. Где тут у нас лягушка? Эта лягушка потерялась. Она, лапушка моя. Удружил, кузнец, удружил. Заработает тебе твоя мельница, заработает. Но. Есть. Теперь могу отдать этому чайнику купцу. На. А вот и мука. Ну, кузнец, едем на ярмарку. Цоп-цобе! Цоп-цобе! Вот и моя хата. Заходи в гости, кузнец. Только попозже, когда я с ярмарки вернусь. Спасибо, что подвез Соломин. Обязательно зайду. Присаживайтесь, Афанасий Иванович. Каково же вы поживаете? Благодарствуйте, Хаврония Никифоровна. Неплохо. Вот вам и угощение. Варенички, галушечки пшеничные, а пампушечки? Сие сделано хитрейшими руками из всего Еминого рода. Однако ж сердце мое, Хаврония Никифоровна, жаждет кушанья послаще всех пампушечек. Вот уже и не знаю, какого еще кушанья вам хочется, Афанасий Иванович? Разумеется, любви вашей, любезной Хаврония Никифоровна. Бог знает, что вы выдумываете, Афанасий Иванович. Ой, вы, пожалуй, затеете еще и целоваться. Да не только целоваться. Заперто. Как же я это сделаю? Ладно. Пошли дальше. Здравствуй. И тебе поздорову. Что покупать будешь? Да я по делу на ярмарке. И то хорошо. А то тут полно таких, что без дела заявились. Только и знают, что глазеть, да? Да я просто мимо проходил. Всего хорошего. Так, скомнездить не получится. Ладно.
Здорово, Петро. Вакула, зачем тебя бес принес? Потолковать надо б на Петро. Это о чем же? Никак ты с головой поругался. А, не вареный кисель ему в горло. Я ему покажу еще. Я, стало быть, беден да нехорош. Скоро у меня будет столько золота. Голова мне сам в ноги бухнется. Что покупаешь, Петро? Так, попросили закупить кое-что. Вот ты, к примеру, знаешь, чего лесная нечисть боится. Кикиморы петушьего крика боятся. А что это ты нечисть гонять собрался? Кузнец, тут такие дела завариваются. Не по твоему уму, большие дела. Сильно ум. Серегой в ухе. Откуда такая серьга у тебя? Никогда такой работы не видывал. Нашлись добрые люди, подарили. Да еще посулили немало. Как же ты разбогатеть собрался? Что, кузнец, мне что тоже золотишко захотелось? А не выйдет. Все мне достанется. Да ты хоть намекни. После Ивана Купала, так и быть, расскажу. Тогда и Наталка моя будет. И столько золота в сундуках заведется, сколько ни тебе, ни голове не снилось. Бывай, Петро. Ой, такой риторический вопрос. А, нечистый, что ты здесь делаешь? Это ты, Вакула, тише, тише. А то все купцы узнают, кто я такой. Торговаться трудно будет. Как же ты здесь оказался, нечистый? Известно как. Не пустили меня обратно в пекло. Да что ты? Да, я уж тут у вас привык. Оно, конечно, холодновато, а так неплохо. Не поможешь мне? Петрусь со мной и разговаривать не хочет. Может, тебя послушает. Так этот казак тоже из диканьки. Плохо дело, кузнец. В него Басаврюк когти запустил. Басаврюк? Он недавно у нас в диканьке поселился. Это он, Басаврюк-то все подстроил так, чтобы меня из пекла выгнали. Да кто ж он? Известно кто. Бес. Это он твоему Петрусю серьгу подарил, что у того в ухе висит. Точно говорю. Что за серьга такая у Петруся? Такие побрякушки Басаврюк всем своим помощникам дарит. Этот казак сейчас не в себе. Только о Басавряковом поручении думает. Выходит, надо снять с него эту серьгу. Так ее не снимешь. А коли выкинуть, она сама вернется. Тут волшебство нужно. Не поможешь расколдовать Петруся? Да я бы рад. Но такие чары без красной свитки не разобью. Что за красная свитка такая? Моя одежка. Без нее мне серьезных чар не сплести. Я на медне решил, что больше она не понадобится. Ну и продал перекупщику. Да велел годик ее придержать. А зачем ее придерживать? Коли ее раньше перепродать, она неудачу приносить будет. Не поможешь расколдовать Петруся? Я ж тебе говорю, кузнец, принеси мне мою красную свитку, что я перекупщику продал. Тогда и попробую. Что ж Басаврюк от Петруся хочет? Скоро ночь на Ивана Купала. В эту ночь раз в году расцветает папоротник. Кто сорвет его цветок, тому любой клад откроется, даже самым страшным зароком заклятый. И что ж? Вот уж который год Басаврюк за заклятыми кладами охотится. А клады нечистым рукам не даются. Он и приманивает молодцев, да и губит их души. Не он ли велел лесной ведьме у нас в деревне хлопчика украсть? Не иначе Басаврюк хотел, чтобы Петрусь того хлопчика своими руками зарезал. Ему злыдню такие козни не впервой. Мне ж-то купцы не видят, кто ты таков. Таким меня только ты видишь, по старому знакомству.
Как бы мне Басаврюка одолеть? Это нелегко, кузнец. Он в большом фаворе сейчас. Вот если бы подстроить так, чтобы он доброе дело сделал, да разве дождешься? Что за заклятые клады такие? Порой, когда клад зарывают, кладут зарок, заклятие. Если не знать зарока, такой клад не найдешь. Только жар-цвет, цветок папоротника и поможет. Бывай нечистый. До свидания, кузнец. Купить ничего не желаешь? Скажи, не продавали ли тебе красную свитку? Было дело. Я ее продал давно. Хотя вот, кусочек свитки ко мне вернулся. Хочешь купить? Смотри, ткань какова. Да у меня грошей маловато. Не уступишь ли лоскут красной свитки? Вах-вах! Ты ж говорил, у тебя грошей небогато. Может, обменяешь на что? Знаешь что? Ты, я слыхал, с купцом Солопием Черевиком дружен. Слушай, коли бы ты уговорил его продать мне валов за 20, я бы тебе свитку уступил. Да еще табачку в придачу, а? До свидания. Бывай, добрый человек. Не трожь без дозволения. Здравствуй, добрый человек. И тебе по-здорову, казак. Продаешь али покупаешь? Да мне с одним хлопцем потолковать надобно. Денежный интерес, видать. Расскажи, может, я больше предложу? Да не о грошах толк. У меня весточка для него от его каханой. Ну смотри, казак, если надумаешь продавать что, помни, лучше моей цену все равно никто не даст. Не уступишь мне свой красный платок? Никак нельзя, кузнец. Он мне удачу в игре приносит. А коли я тебя обыграю, отдашь? Сперва обыграй, тогда и поговорим. По рукам. Ха-ха, не получилось меня обыграть. Да, не легли кости. У меня никто не выиграет. Не трожь без дозволения. Это мне еще пригодится. Да чтоб я провалился такое испить. Купить ничего не желаешь? Не уступишь ли лоскут красной свитки? Ты, я слыхал, с купцом Солопием Черевиком дружен. Слушай, коли бы ты уговорил его продать мне валов за 20, я бы тебе свитку уступил. Да еще табачку в придачу, а? До свидания. Бывай, добрый человек. Чего надобно? Да я просто мимо проходил. Потом потолкуем. Что скажешь, Вакула? Не поможешь расколдовать Петруся? Я ж тебе говорю, кузнец, принеси мне мою красную свитку, что я перекупщику продал. Тогда и попробую. Как бы мне у цыгана в кости выиграть? Ты не первый этот вопрос задаешь. У него ж кусок твоей красной свитки. Ты говорил, она должна неудачу приносить. У его племени с удачей особые отношения. А может, он и с нашими знается. Как же его обыграть? Позарез нужно. Коли свитка ему помогает, надо это дело остановить. Знаешь что, обрызгай-ка ее этой... Только не называй. Это чем же? Не святой ли водой? Я ж просил, не называй. Бывай нечистый. До свидания, кузнец.
Эй, казак, ты что творишь? Это я так, на удачу. Давай-ка теперь сыграем. Мой выигрыш. Ну, казак, ни разу еще я не проигрывал с тех пор, как этот красный платок нашел. Не трожь без дозволения. Не трожь без дозволения. Как же шишку вернуть? Перекупщику. Заблудился. Вакула! Добро пожаловать! Знакомься, Хивря, это Вакула, кузнец из Диканьки. Здравствуй, Вакула. Тут на базаре перекупщик интересовался. Не уступишь ему валов за 20? Да тут понимаешь, кузнец, какое дело. Мне с самого приезда в делах удачи нет. Вот ничего не идет. Словно залазили. Может, ты, кузнец, поможешь чем? У вас в Диканьке слышно каждый второй колдун. Это тебе к ведьме нужно, а ли к знахарю какому? А не слышали ли вы, уважаемые, про красную свитку? Кузнец, оно бы не годилось рассказывать на ночь. Да разве ж для того, чтоб угодить доброму человеку. Расскажем, Хивря. От чего ж не рассказать? Слушай же, раз за какую вину уже и не знаю, только выгнали одного черта из пекла. За что ж черта могли выгнать из пекла? Кто знает, может, нашла на него блажь сделать доброе дело, ну и указали двери. Вот черту стало скучно по пекле. Он и давай пьянствовать с горя. Гулял он так, гулял, да и прогулял все, что было с собой. Пришлось ему продать красную свитку свою. А свитка-то роскошная, лучшего сукна. А как продавал, сказал перекупщику: смотри, никому не продавай свитку ровно год. Неужто перекупщик так целый год свитку и держал? Куда-то? Перекупщику показалось скучно дожидаться срока. Подумал он, да и продал свитку какому-то пану. Пан любил в карты поиграть. Та только как свитку он купил, перестало ему в игре вести. Он и проигрался в пух. И что, пан продал свитку? Пану делать нечего. Продал свитку бабе перекупки. Да у ней с той поры ничего покупать не стали. Перекупка и смекнула. Верно виной всему красная свитка. Сунула ее в огонь. Та не горит бесовская одежа. Она и подсунула свитку одному мужику, что привез масло продавать. Тот и обрадовался. Только масла никто и спрашивать не хочет. Видать, думает, недобрые руки подкинули свитку. Взял топор, порубил ее, а куски раскидал. А черт захотел свою свитку обратно выкупить. Да только куда там?
Тогда, сказывают, черт послал слуг своих искать, где лежат куски свитки. А слуги его, свиньи, да страшенные, красноухие, усатые, ходят да в окна заглядывают. Не видали ли, дескать, здесь красные свитки? Экая диковинная история. А позволите ли красный лоскут посмотреть, что вон там лежит? Да это моей жинке тряпочки. Ее и спрашивай. Стало быть, в этих краях черт красную свитку ищет. И сам ищет нечистый, и слугам своим велит. А слуги его, свиньи, да страшенные, красноухие, усатые, ходят да в окна заглядывают. Не видали ли, дескать, здесь красные свитки? Экая диковинная история. До свидания. Ой, зачем же? Что скажешь, Вакула? Да я просто так зашел. Всего хорошего. Так, выходить надо. Что скажешь, казак? Не уступишь мне свой красный платок? Видать, не от платка моя удача, коли ты меня обыграл. Знаешь что? Принеси-ка мне табаку да позабористей. Тогда отдам платок. Не разрешишь твоей краской воспользоваться? Что, за даром? Да мне бы совсем чуть-чуть. Крась, раз уж обыграл. До свидания. Прям бесовые уши получились. Как же усы сделать? Купить ничего не желаешь? Нет ли у тебя табаку позабористей? Есть и знатный. Только стоит он недешево. Ох, недешево. Эх, досада какая. У меня в кармане грошей-то сейчас не густо. Не уступишь ли лоскут красной свитки? Ты, я слыхал, с купцом Солопием Черевиком дружен. Слушай, коли бы ты уговорил его продать мне волов за 20, я бы тебе свитку уступил, да еще табачку в придачу, а? До свидания. Бывай, добрый человек. Ну что, такую свинью покажешь? Вот кабы он, как те бесовы свиньи, выглядел. Зараза, усов не хватает.
Так, что ж делать? Вот что мы не взяли. Уголь. А теперь берем. Так не пойдет. Почему? Кто ж поросенка в ведре носит? А. Точь-в-точь бесовская свинья получилась. Вот теперь поехали. А ну, добрые люди, как вам такая свинья покажется? Ясно. Выходим. Идем теперь. Купить ничего не желаешь? Не уступишь ли лоскут красной свитки? Ты, я слыхал, скупч. Ладно. До свидания. Бывай, добрый человек. Давай вернемся к купцу. Может, он уже оклемался. А, Вакула, ты бы знал, какие у нас тут страхи творились. Сидим мы, обедаем, и вдруг в окно всовывается свиное рыло. Да пристрашенное! Уши красные, словно пекальным огнем горят, а под носом усы страшенные. Экие страхи! А потом прямо из-под земли встает не иначе, как сам сатана черный, страшный. Да как зрычит! А на рожу точь-точь Афанасий Иванович, Попович-то наш. И ничуть не похож, ни. Это тебе причудилось осю. Ну, мы с Хиври бежать. Вот только домой вернулись. Тут на базаре перекупщик интересовался. Не уступишь ему валов за 20? Ай, соглашусь. Я тут одному купцу на ярмарке муку продал. Да так выгодно. Видать, закончилась чертовщина. До свидания. Так, пора. Пора перекупщику хрушу принести. А вот и ты! Солопий мне уже передал, что согласен валов продать. Ну, мое слово твердое, да? Забирай свитку да табак, как договаривались. Лоскуты-то вместе срослись, экая дива. Не, хате мне не надо. Обрывок мне без надобности, кузнец. У моей свитки и лоскуты особенные. Сами срастутся. Ты только все кусочки собери, не пропусти чего. А. Еще одного кусочка не хватает. Цыгану надо идти. Не трожь без дозволения. Так, а что ты хотел? Табачок.
Принес я тебе табачок, как договаривались. Да разве это табак? От него и курица не чихнет. Да? Эх, хорош табачок. А типа. С перца. А как тебе такой табачок покажется? Вот это ядреный табак. Теперь отдашь платок? Так и быть, отдам. Только принеси мне сперва другой платок. А то невместно. Доведется в кости сыграть, а и не на чем. Отец другой. Вот тебе платочек, играй на нем в волю. Коли так, забирай мой платок, как договаривались. Все. Целая красная спинка. Черту отдаю. Вот и свитка моя! Ай, молодец, Вакула! Справился таки? Теперь расколдуешь, Петруся? По Саврюковой чары разбить? Это трудненько. А что будет, то будет! Дурак я, дурак! На золото польстился! С нечистой силой связался. Не кори себя, Посаврюк хитрый бес. Он уж много душ переловил. Оксана, Оксана, что случилось? Вакула, Данилку украли. Я отлучилась из хаты, а вернулась, и вот. Не журися, Любушка. Знаю, чьих это рук дело. Сейчас я с ними разберусь. А избушка-то как в сказке, повернулась к лесу передом. Здравствуйте, ваша милость. А, кузнец, Посаврюк, велел тебе к нему идти. Почему вы ведьму сторожите? Посаврюк велел, он страшный, приходится слушать. А вы Посаврюка не любите? Злобный, страшный. Как бы мне его одолеть? Как бы знать. До свидания. Бывай, кузнец. Посаврюк не велел, чтоб с ведьмой говорили. Кузнец, я тебя уже давно жду. Зачем ты похитил Данилку? Если хочешь вновь увидеть своего сыночка, делай, что я велю, кузнец. Самому тебе его и в год не найти. Чего тебе от меня надобно? Сегодня ночь на Ивана Купала. Ночь, когда распускается жар, цвет, цвет папороть. С этим цветком тебе любой клад, даже заклятый, мало что сам в руки не прыгнет. И что ж? Да будь этот цветок. А там я скажу, что с ним делать. Я тебе зачарованный нож дам, чтобы его срезать. Его лезвие в лунном луче ковано. Такую сталь жар цвет не заметит, а другой не дастся.
Как мне жарцвет сорвать? Так просто его не увидать. Старая ведьма должна была что-то припасти, чтобы жар цвет видим стал. Поройся у нее в избушке. Где жар цвет растет? Здесь, поблизости, в медвежьем овраге. Почему ведьма под присмотром кикиморы сидит? Старая хрычалка упустила его вся. Пока что я всю ее волшебную силу развеял. Потом решу, что с ней делать. Может, даже и станцую с ней в бледном свете луны. А топаз в рукоятке ножа тоже волшебный? Нет, обычный. Все волшебство в клинке. Никак продать камушек хочешь? Скоро у тебя куда как больше денежек будет. Когда я цветок добуду, ты Данилку отпустишь? Еще одно дельце я тебя попрошу выполнить. А уж потом обязательно. До свидания. Так не пойдет. Да я просто так зашел. Всего хорошего, ваша милость. Саврюк не велел, чтоб с ведьмой говорили. Так, надо с тобой, кикимора, как-то разобраться. Так, с топором в рукоятке. А, поди камешек-то потом вставили. Вон, а как легко отошел. А тебе топаз. Смотрите, каков камушек. Какая красота! Дай! Это леший передал специально для вас. Какая прелесть! Отвлеклась. Что это вы, госпожа ведьма, в клетке сидите? Ой, кузнец, Басаврюк на меня так обозлился. За что ж? Да за то, что я хлопчика упустила. Я уж его и в мышку превратила, и свои совушки отдала сторожить. Все равно сбежал, пострел. Что ж такое Басаврюк замыслил? Давеча велел мне хлопчика украсть, казаку проклятую серьгу подсунул, да на ярмарку его послал. Что ж он сотворить хочет? Известно, что хочет жар-цвет раздобыть, да золотом из склада разжиться. А клад-то заклятый, нечистым рукам не дается. Затем ему и казак, Петрусь-то, спонадобился. А зачем ему и Вася красть? Кто же его нечистого знает? Велел и все тут. Может, хотел, чтоб Петрусь хлопчика зарезал, чтобы уж точно его душ к рукам прибрать. Как вы и Вася в мышку превратили? Да вишь ты, кузнец, оно дело-то нехитрое. Зелье я сварил давеча, еще осталось в избушке. Да только зелье-то в мышку превращает ненадолго совсем. А как же и Вась? А что и Вась? Как я его зельем обрызгала, Басаврюк сразу над ним что-то свое пробормотал.
так Хлопчик мышка и остался. А уж что он там нечистый бормотал, я того и знать не хочу. Как бы мне жарцвет найти? Так просто его не увидать. У меня в избе специальное перышко есть, чтоб скрытое видеть. Скрытое? Коль тебе глаза отведут, али какой морок напустят, проведи этим перышком по глазам, тут же увидишь все, как оно есть взаправду. Басаврюк сказывал, без него жарцвет увидать невозможно. До свидания, госпожа ведьма. Бывай, кузнец. Перышко-то есть. Шерсти. Не понял. Да ну, сожрет еще. Вот он цвет папороть. Огнем горит. Да ну, сожрет еще. Что теперь с этим медведем? Вряд ли сработает. Подожди. Мышиное зелье. А. Поймать мышку надо. Куды ж? Ведро. Ну. Да что ж такое? Мышка. Ведро. Мышка. Ух. Теперь нож волшебный. Но жарцвет. Есть жарцвет. Вот это полыхнуло. Что ж там такое? Давай спросим. Что ведьму скажешь, кузнец? Да так. Да я так мимо проходил. Так вот где нечистый моего сыночка спрятал. Где? Я срезал жарцвет. Хорошо. Слушай, кузнец. Там же рядом с медвежьим оврагом зарыт заклятый клад. Потому я это место и выбрал, чтобы жарцвет добыть. А когда я добуду этот клад, ты нас с Данилкой отпустишь? Конечно, кузнец. Ничто ты мне не веришь. Может быть, даже сделаю тебе подарок на память. Ну, что дальше? Так, Данилка. Что, кузнец, добыл клад? Напомни, где он спрятан? Там же, рядом с медвежьим оврагом. Поторопись, кузнец, помни, на рассвете жарцвет завянет. Где тут что полыхнуло? В пещерку пойдем. Вот он клад.
Ну, взял клад. Что с ним теперь делать? Давай спросим у ведьмы. Что скажешь, кузнец? Да я так мимо проходил. Ладно. На. Держи свой клад, босоврюк. Ой, молодец! Сумел таки. Теперь отпускай Данилку. Отпущу, отпущу. Мое слово твердо. И даже подарю тебе гостиниц на память. Серьгу золотую. Да не надо мне твоих подарков. Уж знаю, что от них потом не отвяжешься. Не перечь мне, кузнец. Захочешь вернуть Данилку, живо серегу, в ухо денешь. Из тебя неплохой помощник получится. Что дальше? Так не пойдет дело. Нужно что-то придумать. Что скажешь, кузнец? Чего еще для доброго зелья не хватает? Еще мне нужно немного ключевой воды в решете. Тогда и зелье спроворю. До свидания, госпожа ведьма. Бывай, кузнец. Может, так выйдет воду в решете пронести? Ну, теперь дело за малым осталось. Донести. Скажешь, кузнец? Чего еще для доброго зелья не хватает? Еще мне нужно немного ключевой воды в решете. Тогда и зелье спроворю. До свидания, госпожа ведьма. Бывай, кузнец. Принес таки воду в решете. Ай да кузнец! Ну, кузнец, сейчас будет тебе доброе зелье. Надо успеть доброе зелье. Свою руку подлить в кубок. Вот так. Испей-ка моего напитка, нечистый. Ну вот и сказки конец. А кто слушал? Огурец. Это для Петруся. Пусть женится на своей Наталке. Будет им подарок на свадьбу. Твой сынок уже дома, кузнец. Не держи зла. Иди с миром.
думал, обманул меня, кузнец. Да посоврюк, меня вокруг пальца не обведешь. Было зелье. Не обманули. Все решено. Я все могу объяснить. Пора мне, пожалуй, домой возвращаться.